Репортаж из гаража. Доброе время суток. Такие вот ворота мы делали, видите, в стиле с забором. Вроде так и недорого, и красиво. Прошло, наверное, уже года. 3-то точно. И вот еще забор, калитика, видите. Тут наша вывеска. И вот такие вот ворота. Тоже прошло год 3-4. Тут у них, конечно, засралось. А так патин, видите, как держится. Листы мы им ставили, вот. Тоже вот такие, конечно, появляются, потому что там вода тут стоит, видите. Ну, так, я считаю. Ну, размер тут 3,50. Высота где-то 2,30. Вот такие ворота. Ну, какие захотели, такие захотели. Ну, видите, еще раз. Это вообще недорого. Я что-то делал в районе пятнашки. В районе пятнашки. Труба профильная. Здесь столбы, как вы видите, даже 50 на 25, здесь 50 на 25, это 15 на 15, это 15 на 15. Ну а там столбы 50 на 50 используются, и здесь уже 50 на 50, потому что ворота больше. Здесь тоже каркасы 25 на 20, ой, 50 на 25, здесь все то же самое. Ну а так, какие вопросы? Просто вот видите, как одно дело они стоят в гаражах, а другое дело они стоят на объекте. В комплекте, когда все в стиле, крыши дома тоже. И вот такие завиточки добавили. Но здесь, конечно, специальный профлист, если кто спросит, вставляется. Видите, вот тут специальный профлист. Там 5 мм зазор. И планк тут, и планк тут. Ну, а так, всем спасибо за просмотр. Обращайтесь, задавайте вопросы. Мы его постараемся ответить, что знаем. Ну и так. Подписывайтесь, будете следить за новиночками, я надеюсь. Ну и до новых встреч. Всего вам доброго. Видите, какая красота тут. Спасибо за просмотр. Смотрим еще фото, как обычно.